Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве LG K22 сделать сброс настроек приложений. Для этого в первую очередь открываем настройки, спускаемся в самый низ, переходим в раздел «Система», «Дополнительно», «Сброс настроек» и выбираем вторую опцию «Сбросить настройки приложений». И затем подтверждаем, нажав «Сбросить». И настройки приложений будут сброшены. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.